Не смог прижать шайбу Барулин. Сибирь забросила одну шайбу из двух, из 10 попыток, а вот сейчас забрасывает вторую шайбу в большинстве. Он закрывал обзор вратарю, а подправлял ее в цель Энлунд. Здорово сыграл Финн. Шайба-то летела по воздуху, и нужно было еще попасть по ней. Ну что ж, второе большинство в Сибири в сегодняшнем матче. Первое принесло гол. И второе заканчивается голом, и вновь Энлунд. На сей раз он подкараулил отскок. 2-0. Сразу же доведена шайба до защитника. Тот без раздумий наносит мощный бросок. Благо, ему никто не мешал его наносить. Точно, прицельно. 2 минуты и 18 секунд. После чего удалился в раздевалку. Во втором периоде Йозеф на лед не выходил. Опаснейший момент. 3-0. Йонас Энлунд оформляет хет-трик. Они летят кепки с трибун. Какая классная передача на ход. Как же легко Энлунд расправился с Захарчуком. Развел шайбу защитника в разные стороны. Причем никаких таких серьезных обманных движений Энлунд не предпринимал. Не знаю, может быть, глазами показал, что уйдет вправо. А у Энлунда ведь глаза честные, и поверил им Захарчук.